Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Вот снимаю видео поздно вечером, так как у меня появились животные, так скажем, домашние. Не дают мне видео снять днем. Котенок Марфушка и 2 месяца собачки, восточноевропейская овчарка. Все грызет. Везде прудит, так скажем. Надо глаз да глаз. Вот сейчас все уснули. И я вам снимаю видео. Предновогодний показ растений. Смотрим, начинаем. Приглашаю вас. Коллизия. Растения, видите? Все уже запутанное, обросло, надо подстригать. Оно мне нравится, быстро растет. С одной стороны листочки зелененькие, а с другой стороны фиолетовые. Мне очень нравится сочетание зеленого и фиолетового. Вот сейчас можно прищипывать, можно просто так обрезать. Я сейчас возьму ножницы и вот так вот просто вот обрежу. Вот сейчас посмотрите. Вот, посмотрите, омолодила его. Здесь побольше прищипнула, обрезала. Здесь поменьше. Чтобы рос как шариком. Разрастется очень быстро. Жалеть нечего. Вот видите, сколько я, какую кучу обрезала. Быстро разрастется. Вот. Коллизия. Прекрасное растение. Можно подвесить его в кашпо. Можно так поставить. Вот поднялась я на 2-й этаж. Хочу вам показать. Вот видите, в таком горшке, в красивом, из шамотной глины, растет у меня клевия. Красавица. Ну вот как пересадила, еще ни разу не цвела. Ну ничего. Будем ждать цветения в этом году. Наверное, зацветет. Кротон, красотон. Тоже здесь стоит на 2-м этаже. Но ему здесь не хватает света. У меня тут без фитолампы, просто около окна. А около окна, вот видите, много цветов загораживает свет. И листочки зеленые. А если хватало бы света, то листочки были бы и оранжевые, и желтенькие, и зелененькие, красивые. А так как не хватает места, вот пока вот он вот такого цвета. Ну вот, друзья, мои домашние животные. Котенок и собачонок просыпаются. Придется проститься с вами. До следующего видео. До скорой встречи. Пока-пока, ваша Оля. Скоро увидимся.